Как сохранить демократию, когда под запретом сама реальность? Это нам предстоит выяснить. Глен Гринвальд много думал над этим вопросом. Гринвальд типичный левый. Прежде всего, он посвятил себя обеспечению прозрачности власти. Гринвальд стал одним из основателей новостного сайта Intercept, но затем оставил проект и объяснил, почему. Цитата. «Редакторы Intercept, нарушая условия моего контракта, подвергли цензуре мою недавнюю статью, отказываясь публиковать ее, пока я не удалю части, содержащие критику кандидата от демократов Джо Байдена. Кандидат пользуется неистовой поддержкой всех нью-йоркских редакторов Intercept, участвующих в этой попытке заглушить меня. И это не все. Полное заявление Гринвальда на интернет-платформе Substack. Там еще нет цензуры. Неважно, за кого вы голосуете, мы рекомендуем вам прочитать его». Глен Гринвальд с нами на связи. Глен, спасибо, что уделили время. Мысль о том, что вы покинули новостной проект, который помогли создать, ошеломляет. Скажите, почему вы это сделали? Новостная организация, в создании которой я участвовал в 2014 году, занималась докладом Сноудена. Я покинул Guardian, чтобы принять в этом участие, потому что я видел, как на журналистов оказывают давление, подавляя нашу способность свободно освещать деятельность правительства, властных структур, всех институтов, наделенных властью. И идея новостного источника, ключевая идея, причина его создания, заключалась в обеспечении полной свободы. Свободы журналистов и редакторов. Не критиковать кого-то для галочки и не заискивать перед кем-либо, исходя из партийных и идеологических предпочтений редакторов. Это было ключевой основополагающей идеей. И поражает то, что новостной источник, который я помог создать, основанный на моей репутации, авторитете, моих журналистских достижениях, пытается вмешаться и заглушить меня за 6 дней до выборов, потому что я хотел опубликовать доклад и анализ доказательств, вызывающих серьезные вопросы о поведении кандидата, которого неистово поддерживают все редакторы. Я предположу, что не все наши зрители читают Intercept. Вы живете за пределами нашей страны. Думаю, отчасти, поэтому вы говорите то, что сами считаете правдой. Расскажите нам, каким предзнаменованием служит эта история для Соединенных Штатов? Intercept какое-то время был уникальным изданием. И одна из причин, я думаю, заключается в том видении, которое я только что изложил. Но другой причиной было то, что предназначен он был главным образом выражать глубокий скептицизм по поводу заявлений разведывательных агентств. Когда мы делали репортажи, АНБ, ЦРУ и глубинное государство предпринимало нападки на меня, на мой источник Эдварда Сноудена и на наши репортажи. И мы знали, что они постоянно лгут и очень мощно распространяют пропаганду. И мы сказали, мы будем вести расследование в отношении них. Мы будем к ним скептичны. Мы будем критически анализировать их утверждения. И мне так стыдно, и меня так злит, что новостное издание, созданное с этой целью мною и еще двумя отличными журналистами, опубликовало одну единственную статью на эту тему. И в этой статье документы упоминались походя, очень ехидно и пренебрежительно, мол, никто не должен обращать на них внимание, потому что это российская дезинформация. В доказательство приводилось письмо Джона Бреннана, Джеймса Клэпера, Майкла Хайдена и остальных отморозков из ЦРУ и разведывательного сообщества. В письме это утверждалось, но даже там говорилось, у нас нет доказательств причастности России к чему-либо из этого. Но Intercept опустил это предложение, просто сослался на письмо, пытаясь убедить людей проигнорировать улики на том основании, что они сфабрикованы Россией. Даже при том, что доказательств тому никогда не было, а все последующее лишь опровергало эту версию, доказывало непричастность России. И никто уж, конечно, включая Джо Байдена, не оспаривает, что эти электронные письма и текстовые сообщения совершенно реальны и подлинны. Жутко! То есть на ваших глазах государственные органы США обращают свое страшное и ничем не сдерживаемое могущество против американского населения? В этом-то и заключается настоящая история последних 4 лет администрации Трампа. Долгое время в левой среде был здоровый скептицизм по отношению к ЦРУ. Да, был. Было много антивоенного активизма в годы Буша и Чейни. Все это исчезло. Почему? Потому что ЦРУ с самых первых дней администрации Трампа, даже до его инаугурации, посвятила себя подрыву администрации. Потому что Дональд Трамп поставил под сомнение малую часть их догм. А такое в Вашингтоне непозволительно. Всякий, кто так поступает, должен быть уничтожен. Так
что ЦРУ и функционеры глубинного государства стали героями левых либералов, сторонников демократической партии. Теперь они совершенно заодно с неоконсерваторами, функционерами администрации Буша и Чейни, ЦРУ Кремниевой долины и Уолл-стрит. Это союз власти, наряду с господствующими СМИ, которые полностью на стороне демократической партии, которая, вероятно, получит контроль, по крайней мере, над одной из ветвей власти, если не над всеми, на предстоящих выборах. И это очень тревожно, потому что они авторитарны. Они верят в цензуру и подавление информации, подвергающие их какой-либо критике. Когда американский государственный орган пытается распространять пропаганду в Соединенных Штатах, что может быть более явной атакой на демократию? Одной из причин, побудивших Эдварда Сноудена рассказать о своей работе в ЦРУ и АНБ, был его гнев и ужас по поводу того, что инструменты АНБ были обращены против американцев. Казалось бы, они должны шпионить за враждебными иностранными правительствами, но они собирали записи наших звонков. То же самое с ЦРУ. Они обученные агенты-дезинформаторы. Они зарабатывают на жизнь ложью, но предполагается, что они делают это в других странах, где мы хотим добиться каких-то перемен. Сместить правительство, свергнуть режим, любое так называемое вмешательство, которое хотят осуществить власти США. Это как российское вмешательство 16-го года, которое нас всех так печалит. Однако закон и очевидное фундаментальное табу для аппарата национальной безопасности после Второй мировой войны запрещает эту деятельность внутри страны. Предполагалось, что они не должны вмешиваться в нашу политику. Включите любой другой кабельный канал, откройте любую из крупнейших газет на странице, где публикуются мнения, и вы увидите лишь одно. Бывшие сотрудники ЦРУ, Минюста, ФБР и АНБ рассказывают американцам, во что те должны верить. Они внедрились в СМИ внутри страны. Они действуют с помощью утечек информации, тайных операций и лжи. Они навязывают американскому народу пропаганду и делают это невероятно опасным способом, какова бы ни была ваша идеология. Совершенно с вами согласен. И мне стыдно, что я когда-то оправдывал эти ведомства и подобное поведение. Вы говорите правду, это ясно. Глен Гринвальд, поздравляю вас с уходом из Интерсепт. Рад был вас видеть.